на миллионную долю процента не уверен в том, что у меня все будет в порядке, меня бы не было на этом допинг-контроле и чемпионате в принципе. Но случилось так, и я был ошарашен, я же говорю, как ушатом, воды, Не знаю, есть ли эта информация вообще где-то, можно ли это где-то узнать. Вам я имею в виду. Но дело в том, что в России по правилам ВАДА внутри страны я уже могу бороться, могу выступать на соревнованиях, проводящихся не под эгидой всемирной, ВАФ, в общем, Всемирной Федерации Армрестлинга. Пока что так, присматриваюсь к каким-то, к Латашино, наверное, присматриваюсь, не знаю еще точно, хотел бы, да. Планирую. Я пришел сюда, потому что увидел, что будет Замбулат Сариев, и очень хотел на него посмотреть. Хотел взять у него автограф, с ним сфотографироваться, потому что когда-то, когда он боролся, и все время видео смотрели, как он борется, и считали его почти эталонным бойцом. И когда сегодня увидел, что он сегодня будет в этом магазине, я с удовольствием взял семью и приехал сюда. Есть ли выбор, кроме Латашино? Сейчас нет. Не вижу пока что турнира, который бы был мне интересен, опять же, в плане соперников, да. В Латашино просто приезжают многие люди. Бабаев, Трубин приезжал. Соперники серьезные, и это не какой-то там проходничок, на котором можно провериться, а серьезные соперники. Я хотел бы, если попробовать возвращаться, то, наверное, с ними. Чтобы с ними себя попробовать сопоставить.